Зорієнтуватися в житті доволі складно, як знайти себе та свій шлях. Саме з цим питанням звертаємось до Світлани Бережної, консультантки з оцінки персоналу, бізнес-тренерки. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пані Світлано. Сьогодні 1 вересня, і, звичайно ж, люди готуються до отримання знань, до отримання своєї майбутньої професії. І, звісно ж, ми сьогодні будемо говорити якраз про ту профорієнтацію, з якою людина буде йти у доросле таке от серйозне життя, так? Ну, це стосується, звісно ж, і тих людей, які вже для себе обрали шлях, можливо, вони захочуть його змінити. Тож, профорієнтація, для чого вона потрібна людині, чи зараз вона має свої інші сторони, чи зараз це та ж сама профорієнтація, чи, можливо, вона зовсім змінилася? И да, и нет. Ну, то есть, с одной стороны, профориентация в стандартном понимании, как это было раньше, которая отвечала на вопрос, какую профессию, да, скажем так, мне выбрать, то есть в какой профессии я буду наиболее успешен, которая будет гарантировать мне там стабильный какой-то заработок. На сегодняшний день как бы ответ на этот вопрос, он, скажем так, мало актуален, потому что актуальность профессий и список профессий, которые на сегодняшний день действительно могут гарантировать тебе стабильный, достойный заработок, они меняются со скоростью света. Но, тем не менее, делать как можно раньше, скажем так, выбор, в какой сфере развиваться, в какую сферу идти, куда прикладывать усилия и где учиться, и, ну, в общем-то, куда направить свой фокус внимания, да, то чем раньше это произойдет, тем лучше, конечно, чтобы не терять время. Как это сделать правильно? Так, действительно, чтобы не втрачать свой час, і з якого віку вже можна ставити дитині ті питання, ось на які він може дати нормальні відповіді. Ну, знаєте, дитина ще, можливо, передумає 20 разів. Совершенно верно. Я скажу более того, даже уже там, если это, ну, скажем так, самодостаточный, там, не знаю, выпускник вуза, да, и уже имеет некий диплом какой-то с конкретной какой-то квалификацией, это не означает, что ближайшие 50 лет он будет делать карьеру только в одной какой-то профессии. А на вопрос о том, с какого времени мы можем уже наблюдать некую склонность, да, ну, мне повезло. Я, например, у своего ребенка увидела эту склонность буквально там с 3 лет. В 6 лет он четко заявил, что он будет работать в Гугле, и в 11 лет он уже программировал. Поэтому, ну, конечно, выбор был очевиден. Вам просто посчастливо, да, я вам скажу. Да, повезло. Но, к счастью, я уже, у меня были те знания, которые, в общем-то, меня уберегли от лишних телодвижений, которые я часто наблюдаю у других родителей. Вот. И, например, это очень важно. Например, да. Так как еще один момент, у меня в семье есть заслуженный учитель, моя тетя, она меня тоже уберегла от ошибок, в общем-то, достаточно распространенных, когда она сказала, что до школы не надо загружать ребенка, да, и возможность ему выбирать самому. Вот. И в школе уже я давала возможность ребенку выбирать самому. Я поддерживала его во всех, абсолютно во всех начинаниях, все, что его, все, во что он был вовлечен. Вот так вот. И я не сталкивалась с проблемой заставлять ребенка учить программирование, заставлять ребенка учить английский. И 18 лет он уже общается со своими заказчиками из других стран на техническом английском языке. Да, ну там работает в IT-компании и учится, и ничего из, в общем, из того, что он умеет, я не заставляла ребенка делать. Он нашел ту сферу, в которую был вовлечен сам. И сам изучал это все на английском языке. Ну, в общем-то, как бы, вот, я такий просто не приклад, сделала стандартных, знаете, ошибок. Такий дуже, дуже цікавий приклад, але мені здається, що він там один, ну, може, на сотню, я не знаю, ну, дуже рідкісний. Да, бо да. Переважно діти не знають, чим їм займатися, або якщо і знають, то вони хотіли би, наприклад, танцювати, так? Але ж цим гроші не заробиш, і батьки кажуть, ти собі там десь танцюй, а отримай якусь серйозну, нормальну спеціальність. Ну, ось так доводиться чути. На самом деле мы уже с 7 лет можем говорить о достаточно четкой поведенческой модели, которая будет на протяжении жизни плюс-минус доминирующей уже. Я сейчас говорю о так называемой теории ДИС, которую мы используем в оценке персонала, в оценке взрослых людей, в оценке, скажем, соответствия людей текущей позиции, то, что используется в работе. И считается, что
поведенческая модель, она формируется до 7 лет. Вот. А что нам дает поведенческая модель? Поведенческая модель нам дает понимание, в каком функционале ребенок наиболее будет успешен. Ну, если провести такую параллель там, со спортом, допустим, да, то эта модель дает нам понимание, где у ребенка самая сильная мышца, например. Да? То есть вы, если ребенка приводите к тренеру, да, то он сначала смотрит изначально природные таланты, да, то есть природные данные. Если вы отдаете в легкую атлетику, то тренер будет смотреть, насколько сильные ноги, например. Да? То есть будет ли он хорошим бегуном, насколько он потенциально уже хороший бегун. Да? Если вы отдаете в баскетбол ребенка, то, наверное, логичнее, чтобы у ребенка был рост выше среднего. И это не означает, что ребенок с маленьким ростом не достигнет там высот. Он может принести трофеи своим родителям, да, и, в общем-то, выигрывать соревнования. Но здесь вопрос, какой ценой. То есть олимпийским чемпионом он навряд ли уже станет. Поэтому вот точно так же в выборе профессии нужно сначала вот эту вот сильную мышцу нащупать, то есть ее оценить, что у ребенка изначально получается лучше всего. И вот если мы вот это вот увидим уже, это уже, скажем так, половина дела. Вторая часть, которую важно очень, я про модель немножко чуть позже скажу, так очень-очень ну, кратко, насколько нам позволяет эфир, постараюсь донести. Вот это вот первое, это про поведенческую модель. И вторая часть, которая очень важна, это выбрать сферу деятельности, в которой ребенок найдет свою мотивацию. Именно не родители найдут мотивацию, родители могут помочь найти эту мотивацию, а именно ребенок сам, как я приводила пример своего, да, ребенка. Не заставляют. Я не заставляла. Он сам на английском языке начал изучать информацию, потому что на русском языке она крайне ограничена. Ну, без того же нияк. Да. Так, ему довелось вот. Просто самостоятельно. И поэтому мы можем только поддержать, но ребенок сам должен эту мотивацию там найти. Мы можем ему помочь в этом. Так вот, выбор сферы деятельности, он даже более приоритетен, чем функционал. Ну, к примеру, с дипломом юриста вы можете работать ну, на разных специальностях. Да? То есть вы можете выступать в суде, если у ребенка хорошие ораторские способности, и он не боится выступать перед аудиторией. А вы можете сидеть, не знаю, там, с бумагами, то есть анализировать кучу, большие объемы информации, да, и делать из этого уже какие-то там документы, нужные там для вашего дела. А вы можете искать клиентов для, в общем-то, для юридической компании, да, и, в общем-то, продавать эти услуги. Вы можете быть нотариусом и изо дня в день ходить на одну и ту же, в общем-то, в одно и то же место, да, там, с одним и тем же графиком и делать плюс-минус одинаковую работу в течение долгого периода времени. Это все я назвала, вот сейчас назвала в одном виде, в одной сфере четыре вида функционала. Это все абсолютно разные, скажем так, поведенческие модели там будут работать хорошо. Вот. То, что касается, как помочь ребенку, да, как понять, а какой у моего конкретно ребенка, да, там, где ему будет краще. Ну, где ему будет лучше. Вот где эта сильная мышца, да. Если очень-очень кратко, абсолютно отдавая себе отчет сейчас, что на самом деле нас с вами есть 360 тысяч вариантов. Это цифра не от фонаря. Действительно, если брать людей и раскладывать их поведенческую модель в графике, которую мы получаем при оценке персонала, мы имеем вот некий график, то есть 360 тысяч вариантов. Вот всего лишь вот так. Но по большому счету нам столько и не надо. Нам надо базово хотя бы понимать, куда, скажем так, куда ребенка точно не отдавать, да, то есть куда даже вот не пытаться, вот, а где там уже нащупывать, скажем так, сузить коридор там фокуса, да, где можно нащупать именно свою дорогу. Значит, диск, про который я сказала ранее, да, это теория, которая признана во всем мире, и там в сфере именно бизнеса и применительно к профессиям она используется чаще всего. Это аббревиатура DISC. D – доминирование, I – influence или влияние, S – stiffness или фактор стабильности, и C – compliance. Ну, в общем, если взять и все человечество разделить на четыре части, то вот нас, по большому счету, таких четыре ярких типа. Да? Ну, например, как
этом применительно там, к ребенку можно использовать? Если мы видим, что ребенок чаще нарушает правила, жестко отстаивает свои границы, например, очень, скажем, достаточно часто мы его обнаруживаем во главе какого-то кипиша. То есть он возглавил какой-то кипиш и, в общем-то, готов за это нести ответственность и говорит, пошлите, пошлите, вот там будет, будет нам счастье. Да? Ватажок такие себе. Как? Ватажок. Да. Тогда, когда ребенок, скажем так, на грани фола хочет, добивается чего-то. Вот на грани фола это или пан, или пропал. Uh-huh, да? Uh-huh. Тогда, когда он не приветствует авторитета, то есть он, авторитетов для него практически не существует. Uh-huh. Он может оспорить любое мнение. То есть у него есть собственное мнение по поводу всего. И, в принципе, это ребенок достаточно такой боевой. Там, и чаще, скажем, это чаще дети там более агрессивны, наверное. И легко могут дать сдачи, легко отстаивают там свои позиции, да, в коммуникациях. Можем говорить о том, что такой ребенок точно не будет программистом, например. Да? Ему будет важко всидеть. Ему будет очень тяжело усидеть, да. А условно, крестиком он вышивать точно не будет, да. Это не означает, что у него не будет какое-то спокойное хобби, оно может когда-то появиться, но если мы говорим про то, где он может стать олимпийским чемпионом, то мы скорее должны там помочь ребенку выбирать ту карьеру, которая предполагает именно вертикальную карьеру. То есть вертикальную, это когда мы говорим об увеличении позиции, да, с увеличением ответственности. Может быть в будущем бизнесмен, то есть человек, который берет на себя ответственность, берет на себя все риски, либо управленец, в общем-то, неважно, там, в найме, либо на себя работает человек. Это может быть профессия, которая связана с постоянным риском. Это могут быть, сейчас, например, там, очень актуальна тема блогерства, да, там, и блогеры, которые там рискуют своей жизнью и снимая это все на видеокамеру, вот это тоже про это, да, то есть, как бы, человек рискует, вот, или пан, или пропал, вот, и при этом либо я получаю там все, либо ничего. Это вот первый вариант, да, то есть мы сразу исключаем какие-то такие профессии, предполагающие ежедневную какую-то стабильную там текучку, рутинную работу, да, вот. Если мы наблюдаем за ребенком, что у него очень много коммуникаций, он с удовольствием знакомится с новыми людьми. Более того, там вот пришли к нам гости или родственники, он с удовольствием становится условно на табуреточку, берет микрофон и с удовольствием там читает стишки, песенки, и с удовольствием вот эту вот всеобщую там любовь, там, в общем-то, он за нее борется, ему это нравится. Там, подрастая, мы видим, что он там социальные сети выкладывает, да, все, что можно выложить, и таким образом там получая лайки, фанатов и так далее. И плюс в одежде мы видим, что ребенок выбирает яркие образы, он хочет выделяться, он хочет быть постоянно красивым и, в общем, нравится всем. То это так называемый I-фактор, фактор влияния. Куда точно такого ребенка не надо отдавать? Не надо отдавать его в те профессии, которые предполагают, например, работу с компьютером один на один все время, да? То есть какие-то машины. Его никто не побачит, так? Конечно, там, где он не сможет получить, да, в общем, какую-то обратную связь. И мы, что мы тогда? Мы тогда этого ребенка, мы всячески помогаем развивать там ораторское искусство, да, любые публичные выступления, развивать лучше речи, зарабатывать через влияние. Помимо самого шоу-бизнеса, да, это может быть любые там помогающие, педагогические профессии и так далее. Третий фактор, так называемый фактор стидность, фактор стабильности. Мы наблюдаем, что ребенок достаточно хорошо может выполнять, в общем, такой текущий режим дня, да, то есть он спокойно может долго сидеть за уроками или за какой-то одним видом деятельности достаточно продолжительное время и скрупулезно что-то там возиться, при этом он общается с удовольствием только в привычной среде, он не любит привлекать к себе внимание, он всячески его избегает. Мы можем говорить, что такого ребенка лучше в вертикальную карьеру не отдавать, потому что даже если он когда-то добьется этой карьеры, что я часто, кстати, наблюдаю, уже оценивая взрослых людей, люди добились этой карьеры, добились самых высот, но они настолько выгоревшие, да, им, мягко говоря, не до хорошо, хотя объективно ты смотришь, у этого человека есть все, он добился высот, и поэтому вот при вот таком вот, да, когда мы наблюдаем такое наблюдение, то лучше отдавать в те профессии, или, скажем так, фокусироваться на тех профессиях, которые
которые предполагают горизонтальный рост. Горизонтальный рост, когда мы с вами знаем лучшие мастера, там, неважно, маникюра, там, педикюра, там, все, что в бьюти-сфере, все, что связано, лучшие ювелиры, все, что связано, знаете, как с продолжительным вот таким вот оттачиванием мастерства в одном виде деятельности. И последний фактор, так называемый compliance, ну, самый яркий пример, это вот программисты, да, то есть один на один с компьютером, ему комфортно, чем сложнее задача технически, тем она его больше увлекает, тем ему интересней, чем меньше коммуникаций, именно личных коммуникаций, особенно новых коммуникаций, тем ему комфортнее. Желательно, посмотрите на эти компании, каким образом, да, они ребят вот там удерживают. Желательно, чтобы еда была под рукой, не надо было даже в фойе куда-то выходить там искать эту еду. Желательно, чтобы у тебя был свободный график, то есть надо мне 20 часов проработать, я 20 часов отсижу, надо мне отоспаться там 48 часов, я отсыпаюсь. То есть свободный вот такой график, но задачи могут быть сложные технически, и им это нравится. Сюда же эта профессия связана с обработкой больших объемов информации. Если мы наблюдаем, что у ребенка такой технический склад ума, он легко обрабатывает информацию. Это могут быть и юридические специальности, это могут быть IT-сфера, любые инженерные специальности. В общем, мы ребенка не отдаем, скажем, не выбираем те сферы, которые связаны с большим количеством коммуникаций. Вот мы встигли розібрати з вами ці чотири типи. Дуже добре, що встигли це все зробити. Ну і наостанок, пані Стас, плану, а хочеться все ж, щоб батьки розуміли, що, як вони думають, переважно, там от гроші можеш заробляти, іди туди, а ось тут ти не заробиш. І дуже важко потім дитині знайти себе, бо нібито послухали батьків, але ж незадоволені життям, нещасливі. І все, і дитина втрачає потім усі свої здібності, навіть не почавши. Тож, дуже коротко, якщо можна, наостанок. Да, якщо б моя мама знала о том, що через 30 лет я буду зарабатывать більше всего на такому виде деятельности, который называется фасилитация, а я зарабатываю как фасилитатор, да, вот, то она бы могла мне помочь. Но на тот момент такой даже профессии не было, даже такого слова не было в принципе в лексиконе. Поэтому я рекомендую родителям на сегодняшний день смотреть немножко шире на вообще на актуальные профессии. Заходите на YouTube, интересуйтесь в интернете, какие самые актуальные профессии, какие профессии на сегодняшний день приносят деньги. У вас те, кто не знаком с этой информацией, иногда просто волосы дыбом встанут. Поэтому смотрите немножко шире, помогайте ребенку, в общем-то, в любых начинаниях, которые у него и так хорошо получаются. И мы с вами живем сегодня в такой интересный исторический момент, которого до сих пор в истории не было никогда. У нас сегодня с вами нет социальных ограничений. Мы получить какую-то профессию, мы не должны принадлежать какой-то касте социальной. А большая часть информации доступна бесплатно. То есть финансово сегодня, ну, за исключением некоторых там, да, профессий, финансово мы не ограничены. То есть, если у тебя есть желание, ты можешь бесплатно получить сегодня доступ к ведущим университетам мира, которые уже пооткрывали свою информацию. Да? На сегодняшний момент для того, чтобы быть всемирно известной и получать кучу фанатов, тебе не надо для этого проходить все круги ада, там, профессии, в общем-то, театральной, да, или профессии какой-нибудь там модели. На сегодняшний день, имея телефон, ты можешь уже попробовать себя, да, моделью или актрисой, и посмотри, что на самом деле ты себя представляешь. То есть тебя лайкают, не лайкают, любят тебя, не любят. Что нужно для того, чтобы тебя любили? То есть на сегодняшний момент, да, даже домохозяйки, которые, вот буквально вчера узнала, попалась информация, 14 детей женщина имеет. Знаете, на чем она зарабатывает? У несколько миллионов подписчиков, если я не ошибаюсь, у нее уже целая команда. Она зарабатывает на том, что она ведет блог, как убираться правильно. Понимаете? Ну, то есть даже вот так. Вот даже вот все, что завгодно, аби було ваше бажання. Я думаю, що так. І був хист, і, ну, найголовніше – це знайти себе. Ну, це найголовніше, так?
правильно зорієнтуватися. Ну, я думаю, що можна змінювати потім свої орієнтири, але це нормально. Так. Я думаю, що їх можна постійно міняти. І ще хотіла один момент. Сьогодні саме головне – це навчитися учитися і переучуватися. Це касається не тільки дітей, які тільки виходять зараз, да, на вибір професії. Це касається і нас, і в 40, і в 50, і в 60 лет. Сьогодні, якщо ти хочеш зарабатувати, якщо ти хочеш вести повноцінну життя, то все, що ти должен научиться, це научиться учиться. Дуже добре. Ну, живемо в такий чудовий час, треба ним користатися. Дуже дякую вам, пані Світлано, що прийшли сьогодні до нашої студії. Бажаємо вам всього найкращого. Звичайно ж, знаходьте себе і навчіться вчитись. Ось так сьогодні був такий дуже непоганий слоган від Світлани. Я думаю, що це потрібно запам'ятати. Ну, звичайно ж, зустрінемось завтра о 13:30. До побачення.